Не секрет, что в Apple работают маэстро в дизайне. Маэстро видно в том числе и в дизайне всего, что связано с iPhone. Сегодня нас из айфонов интересуют иконки. Данный сайт упрощает рисование формы иконок для iPhone. А форма иконок для iPhone — это супер эллипс. Плюс этого сайта в том, что можно супер эллипс экспортировать в векторном формате. А и Б вводим 60. Степень N 5. Здесь оставляем по дефолту. Вот. Скачиваем векторный файл SVG. Вот векторный файл SVG. Можно работать как в CorelDRAW, так и в Inkscape. В Inkscape, если вы в Linux работаете, CorelDRAW, если на винде. Потому что для меня, по удобству и привычке, над Inkscape пока побеждает CorelDRAW. Правда, почему-то экспортирует с хламом. Но его, к счастью, можно удалить. И вот она, форма для иконок iPhone. Дальше, как вы оформлять будете, разбирайтесь сами.